Здравствуйте, друзья! Наконец-то я добралась до тачки. Сегодня будем ее собирать. Она была очень хорошо упакована, пленку мы сняли. Вот у нас еще в скотче колеса и метизы. И даже ключик тут есть. Очень хорошо. Сейчас будем распаковывать. Разобрали по запчастям. Отлично. Садиться, друзья, я не представляю, зачем здесь подшипник с таким зазором. Ну, тут делать нечего. Теперь это буду делать. Ну, окей. Все, с колесами готово. Теперь же надо еще насос покупать. Их же качать надо будет. Надо переворачивать. Надо еще отверстие в отверстие попасть. Не просто так. Она не хочет стоять. Сейчас придумаю. Друзья, я придумала. Я возьму ящик из-под посылочки и отставлю. Он будет мне помогать. Итак, еда сработала. Теперь корыться. Желательно сразу попасть на отверстие. Отлично. Итак, все винты повставляли. Сейчас будем наживлять. Ну, самая простая — это вот эта. И она же самая доступная. Значит, с нее и начнем. Потом подтянем, главное, держится. Теперь... Есть, нащупала. Есть, потом подтянемся. Вот. А теперь за ящичком мне неудобно. Все, теперь оно никуда не упадет, и можно вытащить этот ящик. В свое время он нам помог, и теперь он не нужен. Теперь тачку можно повернуть на бок и закрутить все гайки-болты.
не самое удачное положение. Надо было на другую сторону их. Ну, вы знаете, мы не ищем легких путей. Ну что, друзья, вообще-то замечательно. Я не думала, что я ее соберу так быстро. Это очень быстро. Где? Мне даже ключ не понадобился. Сейчас подтянем. Что, не налазит? Не налазит. Прекрасно крутится. А ну, показываю. Я в шоке. Вот как можно было дать ключ, который не подходит? Не, молодцы. Смотрите, я пытаюсь, но никак. Вообще никак. Ладно. Считать тачку собранной. Все, красота. Ничего себе. Так, и едок, и так. Отлично. И на одном колесе, и на втором колесе. Замечательно. Это спасибо Ирине. Спасибо большое. Тачка долго ждала своего звездного часа и наконец-то ждалась. Спасибо большое. Итак, друзья, мы собрали тачечку. О, что-то она не в кадре. Вот так. Вот так выглядит наша тачечка. Ну что, я довольна. Наконец-то я собрала тачку. У меня будет помощник в саду-огороде. На этой позитивной ноте, друзья, позвольте с вами попрощаться. Увидимся в следующем видео или на стриме, как получится. Всем пока и хорошего настроения.